Всем привет! Привет-привет! Приветствуем вас на нашем канале. Так, мы с девочками в Дортмунде. У нас проблема с Неллиными очками. Несколько пар благополучно поломались, эти тоже растянуты. Поэтому сейчас срочно бежим покупать оправу. Будем отправлять папе в Армению, передавать с ребятами, чтобы успеть сделать стекла. Хотелось бы просто хамелеоны, а у нас это, конечно, очень-очень дорого. Так что идем. Идем в город, посмотрим, чем нас порадует. Смотрите сзади, какие бравенькие мальчишки. Какое-то старинное здание. Балкон какой красивый. Девочки развлекаются. Красота. Идем. У нас мало времени. У нас у Софии через полтора часа уже репетиция. Бальные танцы. А мы хотим еще в азиатский съездить. Да. Надеюсь, нам повезет с оправой. Ну, это кошмар какой-то. София, тебе что, 5 лет? Угу. Нормально. Девочки, идемте. В нескольких магазинах, пока ничего не нашли. Я уже когда-то снимала этих хлопцев. Они здесь все время стоят. Такие манекены. Нарядные. Внутри магазина тоже много. К сожалению, в магазине мы не сняли то, что меряли, потому как снова играла музыка, озвучивать уже нет сил никаких. В общем, ничего не подобрали из оправ, поэтому решили, сейчас лето идет, возьмем пока капли, потому как у нас времени нет, нам уже нужно возвращаться. Да. А пока капли на летнее время подойдут. И будем смотреть оправы нормальные. Да. Так, девочки уже бегут впереди. Угадайте, зачем? За голландской картошечкой. Каждый раз берем. Девушки уже с картошкой. Мама зашла в магазин быстренько посмотреть. Девчонки едят. Обычно за картошкой очереди, но в этот раз недолго, да? Спокойно взяли. Хорошо. Жалко, времени мало было для очков. Сегодня папин друг улетает. Вернее, завтра рано утром, по-моему, он улетает. Но сегодня вечером нам нужно отдать оправу. Поэтому пришлось по-быстрому. И Нелли на самом деле очень хорошо. В каплях, да. Как раз Неллины капли. Но у Нелли были дорогие какие-то. Эти Эс Оливер тоже неплохие. А у Нелли последние какие-то были. Треснула оправа. Капли тоже хорошие фирмы какой-то. А, Рибан, по-моему, да? Да. Ну, пусть поносит пока, посмотрим. На все времени не хватает. На шопинг надо идти на целый день вообще. Нормальненько. Соня уже репетирует. Девочки, идемте. У Софии осталось добежать. Взять сумку с машины. Машина не рядом стоит. Взять сумку с машины и побежать танцевать. Сколько? Минут 7 осталось, Соня. Успеешь? Ага. Еще и помес поглотить. Ага. Вы посмотрите только на эту красоту. Свобода. Не, я даже очень нормально отношусь. Но...
девочки маршируют прямиком в азиатский магазин. Все, мы подвисли. У нас шайдинг был постоянный, теперь у нас азиатский в Дортмунде. Зависончик у нас. Прошу вас, дамы. Взяли лапшичку. Лапшичку, да, 1 евро. Это смешно. Все, идем теперь еще раз снова. Попытка номер 2. Узнать, что это за овощи, фрукты. Запах отвратительный. Мария нашла кимчи. Покажи, Марусь. Берем самую маленькую попробовать. Потому что, по видимости, они очень-очень острые. Похоже, да. Они ужасно острые могут быть. Скорее всего, есть. Так. Есть побольше. Конечно. Ну, пока возьмем эту. Попробовать. Тут тоже есть. Что это, Марусь? Это свежая такие, лапша? Это такие уже прямо готовые удон-нудли. Их только нужно жарить или еще немножко поварить с продуктами, которые ты хочешь. Марусь, поставь это в пакет, наверное. Да, я тебя хотела это испросить. Ну, если это в холодильнике, оно, наверное, свежее. Что уже набрали? Взяли пророшки. Проросшие семена, укроп, кимчи. Идемте искать, да, булочки эти. Да, пошлите. Сегодня добавили лепешек. В тот раз не было столько много. Огромное количество просто разных видов. Непонятно только, какие брать. Мы брали вот эти. Нам понравились. Какой-то юмбо-пак есть. Там много людей, нет? Не, там немного людей. Это с детьми там что-то разговаривают. Не знаю, может, некрасиво снимать. Ну, сейчас посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Мама? Шмук, сария, сария, просто платье, мне нравились бабочки. И вот тут еще такие неплохие. Ну, девочки, что я вам должна сказать? Сумели, а вот такие. Ой. Ну, здесь все по теме. Девочки, смотрите, вот какие красивые. Ну, да, на сцену. Сценические. Да, кстати. Браслетов миллионы, украшений. Интересно, что с музыкой будет. Везде слоники. Уважаемые друзья, как вы понимаете, мы уже дома. Нас ждал вот такой пакетик. Я так предполагаю, что это магазин Шеин. Хотя мы заказали огромное количество вещей, да, с Золандо. Да. И, к сожалению, их нет очень долго уже. А мы заказали на крупную сумму. Мы заказали кроссовок только каждому в семье. Да. Папе, девочкам, мне по 2 пары. Еще мне, по-моему, даже 3. Костюм. Несколько спортивных костюмов. Что-то мы много заказали. Да, даже очень. Папе много футболок, потому как у него все износилось вообще абсолютно. В общем, нет, просто исчезло. Это мы заказывали, по-моему, позже, да, девчонки? Намного, да, даже, и оно уже здесь. Неля в очках с ценой. Да, кстати, заплатили 25 евро, да, в Тикимаксе. А оригинальная цена была 47. Ну, хорошо, Нель, хорошо, пойдет. Красивенько. Я надеюсь, они быстро не растянутся, у Нели лицо узкое. Так, давайте быстренько покажем, что взяли. Нам надо убрать в морозилку. Во-первых, это снова эти лепешки. Они... На этот раз, да, мы взяли большую упаковку. Здесь 2 килограмма за 5,39. Та упаковка была у нас. Там было внутри 6 лепешек, девочки. Да, да. 6 лепешек, и стоила она €29. То есть было 370 грамм. Да. По-любому, такая пачка большая выгодней. Да. Так, что мы еще взяли? Я взяла укроп, чтобы какая-то зелень взяла. Ну, вы видели, мы взяли кимчи попробовать.
Надеемся, что не настолько острый кимчи. Да. Хочешь попробовать, Марусь, на камеру? Потянешь? Ну, давай палочки бери пока. Ой. Так, а тут у нас рыбка. Маруся говорит, с усиками. Сомики. Нас даже на кассе остановили. Продавщица не поверила цене. Только завезли, значит, 1 килограмм. Стоит 4,39. Да. Тоже. Или 35. Значит, 4, да. Вот такая красота килограммовая. И она у нас будет тоже на гриль. Такие красавчики. Да. Ну, проросшие семена я уже сказала. Все. Так, Мария, ну чуть-чуть отодвинь упаковку. Эту. Мария будет смертельный номер у нас я устраивать. Подготовила. Подготовила водичку? Да. Хорошо. Ой. Марусь, открывай тут в пакете, потому что салфеток нет, чтобы уже не отвлекаться. Открывать надо вот тут. Осторожно. У меня такое предчувствие, что очень-очень будет... Я не помню, я ела в Украине кимчи. У нас очень много у корейцев есть всего. Но или это было настоящее кимчи. Марусь, это надо помешать. Видишь, что сок, там сироп весь внизу. Рассол. Мария такая, лучше... Или взять снизу надо. Возьми какой-то кусочек снизу. И Марусь маленький. Такой возьми. Ой, я уже вот. Боюсь. Ой-ой-ой. Ну, Маруся, с Богом. Мария, где реакция? Острая. Иди помидору ешь. Иди, мы тебя подождем. Если честно, очень-очень вкусно. Вкусно? Очень. Да, много чего-то. В смысле острая? Да. Ну давайте прервемся, мы сейчас быстренько уберем продукты и посмотрим, что нам пришло там да. по ссылочке. Здесь у нас должно быть всего три вещи, три да. части. Да. Случайно это получилось, девочка, друзей, дочка, сейчас с девочками она постарше, ну общается, очень хорошо общается с ними и прислала такую акцию от этого Шеин. Берешь три вещи, платишь за самую дорогую, две в подарок. То есть, как бы, да, мы купили комбинезон и что-то выбирали, выбирали. Нам да. ничего не надо было, но что-то выбрали. Так, прошу. Давай, Неля. Неля! Дело в том, что можно было выбрать не из всех товаров, которые есть на сайте Shein. Да, там были определенные. Только из определенных товаров. Нам, в принципе, ничего не нужно было. Но из того, что не нужно, мы все-таки что-то взяли. Неля у нас... Спец по рванию пакета. Это комбинезон. А он не был белый, девочки. Нет, ну, он был такой немножко ватный. Был кремовый, да? Да, кремовый. Там еще такая пчелка, да? Да? Так, уважаемые друзья, но, да, пчелка. Цена комбинезона была 20 евро. Сразу скажу, что развод. По качеству не то кино. Не то. Ну, все равно приятный. Прикольный. Да. Хотя, ну, может, я не права. Нет, вельвет такой, ничего. Его постирать один раз, да? Мне кажется, будет очень хорошо. Маруся, хочешь померять? Да, померюсь. Может, сейчас. Завтра давай. Куда-то. О, завтра у нас 20 да. градусов. Девочкам приезжают две подружки, девчонки, которые ходили с ними вместе в группу, они сейчас не ходят. И девочки пойдут в город. Маруня может одеть комбинезон. Ну, давайте, давайте, девочки. Я знаю. Такая у нас распаковочка. Что это? А это Маруся мне что-то выбирала, я знаю. Смотри размер чашки. Девочки, это на нас, на всех троих. Куда-то выезжать, на четверых на нас. Мы все можем пить с этой огромной чашки. А вот так тут, вот так. А ну, Марусь, давай посмотрим. Есть такие популярные чашки. Ну, это подделка, да. Мы в Тики Максе столько раз смотрели, но я все не хотела взять такую большую. Мне нравятся больше немножко другие. Да. Ну, в Тики Максе полно этой серии. Я хотела показать вот тут немножко что-то. Да, но, девочки, в Тики Максе можно купить за 12, 13, 14 от размера 15. Они из самых дорогих. Маруся, ну куда ты еще не мытая? Мария уже такая... И оригинальные. А это стоило тоже что-то 18 или 19 евро, да, Марусь? Вроде 17-18. Да, ну что-то, то есть, ну тоже недешево. Да. Можно оригинальную купить Тики Макс. Ну так, повеселились. Неля, ну открывай.
Вообще открой, посмотрим внутри. Да, качество. Открываем. Ну, на самом деле вообще очень приятно. Вообще-то хорошо. Да, хорошо. Согласна. Термосок такой прикольненький. Согласна. Ну, вообще мне такое ощущение, что и фирменные, и не фирменные вещи сейчас в основном делаются на одной фабрике. Зачастую. Ну хорошо, девчонки, все, чашки лайк, да? Да. Нам на всех хватит взять какой-то напиток. Например, холодный чай сделать дома. Или сделать лимонад. Да, лимонад. Идти гулять. Так и... гулять интересно, она войдет у нас? Да, войдет размером подставку в машине. Ну, кстати, специально такой еще и маленько сделать, чтобы в машину влезала. Да, Маруся, вот правильно. Вот ну, конечно, я уже помню, что там. Так. Это у нас типа аналог Дайсона. Типа. Так. Да. Неля, может, там ножом надо надрезать? Нет. Нет? Все нормально. Давай, так, выкладывай. Потом расскажем. Качество. Тут разные носочки. Я не могу себе никак ничего подобрать. Плойку я не люблю, но у меня нет выхода. Я использую. Подожди. У нас вот было от Philips какие-то запчасти с палеты, с распаковки. Я не могу сказать, что они по качеству были лучше. Вот тут еще одна насадочка в виде расчески. Ну, это понятно. А это самая популярная, типа. Вот тут еще а это что? Так, девочки, вы у нас тиктокеры. Что это у нас? Для чего эта насадка? Ну, это для лока делаешь. Это не для лока, но это чтобы такие волосы были пушистые. Какие? А, для объема. Да, объем. О, это для меня. Тоже немножко поцарапано. Поцарапано. Так, девочки, ну не знаю, давайте, наверное, как-то я включу его, да, а то опасно. Хорошечко. Это, наверное, вы, Марусь, выравнивать, мне кажется, да. Я видела где-то, что такими выравнивают фенами. Угу. Да, ну, наверное, да. Выглядит окей, так, давайте на секунду я прервусь, потому да. Что я хочу попробовать сама включить его в розетку. Так, на Марию комбинезон впритык, но красиво. Красиво, красиво. Нужно только пуговицы перешить. Бретельки немножко великоваты. Ну, Маруся пару раз оденет, перейдет девочка. Не страшно. Так, фен работает. И должна я вам сказать, он очень мощный. А, Мария у нас, да. Тему. А ну на Марию, Неля. Смотри, да, покажи. Да, да, хорош. Хорош, хорош, Нель, все. Кстати, да, фен мощный. Да. Хороший поток идет. Даже чем... без насадки. Да, ну сколько он продержится, там не знаю, что он нам поможет. Попользуемся, расскажем. Теплый. Это, конечно, не Дайсон, но... подарок, да, и мы не знали, что выбрать там. А так... Так, Мария, да, тебе очень подходит. Мария показывает, что ей в тон... комбинезон и термос. И я тоже. Чашка термос. И Неля в тон у нас мафиози. В каплях. Уважаемые друзья, мы не прощаемся. Да. На сегодня мы просто заканчиваем. Завтра у нас, я надеюсь, будет что-нибудь интересное. Конечно, будет. Обязательно. Поэтому вы это увидите раньше, чем мы. Да. У нас следующий день. Всем привет. Привет! К девочкам приехали подружки, девочки наши, с нашего коллектива. К сожалению, мы уже не вместе, но мы все равно вместе, да, девчонки? Да. Девочки идут гулять в город. Мама едет в магазин. Девочки, вам классно повеселиться. Вкусно попить бабл ти. Если что, звоните. Да. Пока. Уважаемые друзья, девочки наши уже нагулялись, едут домой на автобусе с подружками. А я все это время, часа три, наверное, ездила, искала уголь. Нигде нет угля, все разобрали. Погода хорошая, мы собрались грилить. Купила девочкам маршмеллоу. Они, наверное, будут рады больше, чем колбаскам и мясу. Я разговаривала с бабушкой-соседкой, почему тут наблюдательный пункт у меня. Ей нужен срочно садовник. Ее садовник от нее ушел. Он устроился на другую работу официальную.
Поэтому ищем садовника дружно для моей соседки. Так, я сумки не разбирала, буду быстро мариновать мясо, потому как, думаю, девочки голодные. Вот наш маршмеллоу. Красота. Думаю, девочки обрадуются. Так, это у меня свинина. Хочу отбить специи и хочу добавить масло, потому как, мне кажется, она будет суховата на огне. Может быть. Так, девчонки дома. Соня, ты тоже будешь готовить с нами? Здравствуйте. Привет, привет. Так, у нас операция по спасению продуктов. У нас есть перчик, у нас есть вот такие остатки от зелени, чесночок, и у нас есть творог. Папа купил нам еще на Пасху творог. Мы пекли творожную Пасху, но нам столько много не надо было, как у нас папа покупает всегда. Поэтому сейчас у нас будут шикарные замазки. Все, девчонки дружно делают. Первая замазка, девочки, кладем зелень и чеснок. Куда? Термомикс. Три, ложите, Марусь, не весь, три. Три. Все, теперь на 10 разбивайте, добавляете творог и на 5 вымешиваете. Окей. Достаете. Все снимать не будем подряд, потом покажете результат. Окей. Я пока займусь тоже делом. Достаете, потом разбиваете перец, чеснок, кладете второй творог. Окей. Достаете, украшаете зеленью, орешками, погнали. Хорошо. Девочки уже... вовсю работают. Хотела показать. Я в мясо добавила только соль и перец и немножко подсолнечного масла. Хочу на костре еще положить сливочное масло для того, чтобы они были сочными. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Да, девочки? Да. Так, у нас процесс идет. Девочки уже режут салатик. Замазочки готовы. Красота! Все пределы. Любо-дорого посмотреть. Так, я пошла разжигать костер. Вика режет лук. Ой, сорян. По крайней мере, пытается. Ой. Короче, у нас висит лук на кухне. Я сейчас буду резать лук, поэтому все, закрывайте нос. Главный мангальщик у нас Мария. Уже крутим. Я не знаю, что с этими углями. Как-то маленький жар. Я, конечно, поставила уже следующие. Но что-то оно... Хотя они были не догоревшие, как мне показалось. Я думала, даже я рано высыпала. Но картошку не, Марусь, точно рано. Да. Можно посмотреть? Пока она выглядит... Еще рано, да. Что еле жарятся наши сосисочки. Да, что-то какие-то странные угли. Точно. Спасибо. У нас первая партия пошла, колбасок. Ну что, девчонки, вкусно? Да. Так, сейчас на эту сторону иду. Вот так, привет. Привет. Приятного аппетита. Саша, что-то острое попало. Два раза. Спасибо. На здоровье. Положила по кусочку масла на мясо. Посмотрим, какой будет результат. Так, мне надо огонь потушить. Мясо смотрится неплохо. Два кусочка я уже достала. Так, девочки пробуют мясо. Девчонки, Вика только не хочет. Вика сосиски больше, колбаски. Сейчас еще поставим. Неля, ты как? София? Александра? Хорошо, девчонки, кушайте. Я рада. Уважаемые друзья, у нас пошел маршмеллоу. Неля уже съела один. Да, и я. Кто и еще? Я. А, и Вика, и Соня. Да. Молодцы. Мне тоже нужно, а то у меня уже не Саша, у тебя упадет сейчас, Саш. Мне тоже падает. Беги на тарелку, а вот у Сони есть. Соня, у меня к тебе. Нормально.
Пробуйте. Сейчас будем. Саша, ты могла бы у меня все равно. А, мне тоже упало, смотри. О, подожди, а ну. Вау, Саша. У Саши покажем. Как красота. Выглядит у Саши? Как выглядит у меня? Маруся слегка в угли. Я сейчас бы сокровенку. Аккуратно, девочки, только не пообжигайтесь. Мне когда я делала, было ужасно. Вкусно? Так, у Сони красота, как пенечек. Сейчас, можно, у всех красиво. Девочки, давай, давай, там еще. Еще много есть, девочки. Ох, у Нелли, красавчик тоже. Красота. Молодцы, девчонки. Вау, Неля. Шикардос. Неля профессиональный жаритель маршмеллоу. Корона. У меня руки все сгорели. Осторожно. Да я вообще в Африке побывала. Кошмар, девочки. Подождите. Это прям там... Я забрала все свои салаты. Но обычно я маршмеллоу с кем-то на тарелке буду. Чтобы тарелки не тратить. Да ради бога, Марусь. У нас в распаковке куча тарелок есть. Салат, у меня готов. Ой, какая красота, смотрите, у Вики тоже. Я сейчас заплачу. Вика не любит сильно зажаренный. Вике нравится, когда внутри как жидко, а сверху корочка. А балки менять или оставлять? Как хочешь. Да, так, второй заход. Так, Неля, подвигайся, я отхожу. Вики, у нас красота. Смотрите. Вау! Как раз то, что надо. А у меня такая. А, я взяла, господи, как это жалко. Класс, девочки. Сонь! Что случилось? Я, не, она просто очень горячая. Оно так вообще-то после костра горячая, на всякий случай. Вика, вкусно? Класс, давай еще, жарьте, жарьте. Ой, Соня, ой, ой. Ой, да. Вай, вай, вай. Вкусно? Ага. Саша, осторожно. Да я не могу. Это так... Я что, прямо здесь, а что не так долго стоять? У меня болит, Саша. Ну, у Саши горит. Ну, ничего страшного, у Нелли тоже чуть-чуть. Да. Ну, мне тут немножко... Неля у нас вообще горела, любит. Ну да, я люблю. И смотрите, оно вот что-то должно быть так прям кранче. Прям сильнее. Прям какая-то пленочка. Вот так. Скажите. Да, сейчас будем тестовать, подождите. Не отключайтесь. Смотрите. Сейчас упадет. Так, у Маруси, ой, у Маруси красота тоже. Мне Саша научила прямо на тарелку. Да я всех вижу. Я всех вижу, всех вижу, девочки. Я учитель. Как флажок. Все хорошо? О, красота. У Вики правильный пенечек. Маруся, ты тоже не любишь сладкое, но это вкусно тебе. Я вообще маршмеллоу обычно не люблю. У него один раз шампур в землю упал. Да, мы были в Беларуси. Там я. Вот там. В Беларуси что, шампуры летающие или падающие? Да, но я когда брала маршмеллоу, и я не знаю, я как-то в костер хотела, или что-то он у меня прокрутился, и бац, в земле. Ну, бывает. И бац, в земле, и все. Поэтому попью. Кстати, у нас тут тоже земля. Не повторите историю, Саша. А у нас тут шампуров нет. Если надо, шампура есть, но на палочках лучше. У нас шампура тоже есть, я бы... Ну там у меня прям сильно пожарилось и было невкусно. А обычные маршмеллоу я не люблю. Вот я знаю, нет. Что я делать буду. Я буду делать и сделать армию. Армию? Давай. Да. Давай. Это так. Покажи нам красоту. Что она хочет сделать? Армию. Какую армию, Вика? Я буду делать маршмеллоу, жарить и всегда не есть, а потом... Потом я потом буду много. Потому что у тебя тут прям вся тарелка. Ну ты намного этого не съешь, это сладко. Сладко, да, сильно. И ты же, честно, много сладкого вообще. Я, девочки, думаю, что шашлык все равно вкуснее. Ну да. Чем маршмеллоу, да. Мне кажется, у Сони и у Нелли другое мнение. Я с Соней тут. Ну, я тоже так думаю, но шашлык у меня никак. Так, ну мы тут 3-3, да? Мы за шашлык, девочки. Да. Окей. А у меня есть вариант. Я думала, армии не будет, потому что слишком вкусно. Не могу держаться. Терпеть нет. Алло. Алло. Нет сил терпеть, да? Армии не будет. Поэтому армия отменяется.
Витю. Так, у нас тренды ТикТока. Поехали. Раз, два, три. Улетел. Можно начинать? Сейчас я скажу. Дядька, вы готовы? Да. Раз, два, три. Нет, нельзя постоянно хлопать. Осторожно, коршовка, осторожно, коршовка. Ой. Так, здесь у нас твистер. Он, кстати, у нас тоже с распаковки, да, Соня? Там у нас бадминтон. Давай, сейчас мы скучим. Так. Линкахан грунь, подожди. Подожди, у меня уже линкахан поставлена. Нет, это убирать ее, надо убирать ее. Да ладно. Пока легко. Линкахан я фаст. Фаст, немножко линкахан научилась кидать. Можно один раз крутить, ничего страшного, как есть. Что-то у вас все руки попадаются, а ноги никак. Нет, сейчас, у меня рука. А, у тебя нога? Так, Саша, извини. Rechte Hand. Облако, это что, подожди. Что такое облако? Ну, steck das auf gerufener Kapital Hand Fuß in die Luft. А тебе надо in die Luft махать. Махать, надо in die Luft махать. Тебе нужно руку в воздухе держать. Ой, как интересно. Девочки, вы очень хорошо смотритесь. Пора на шпагат. Найн. Нель, найн. Ты не достанешь. А ну иди. Давайте чуть-чуть. Нелли, не там, не там, туда, туда. Молодец, сейчас улетит. Молодец. Валанчик спасен. Большое спасибо, что провели с нами время. Подписывайтесь на наш канал, нам будет очень приятно. А мы желаем всем здоровья, удачи, мирного неба и всем пока-пока! Все, Нелис, давай. Пойдемте кушать за кадром. Пойдемте кушать. Пошли. Немножко не допрыгнула.